Подготовка ко Дню города в Новосибирске идет полным ходом. Так, в рамках большого праздника в мегаполисе пройдет международный фестиваль цветов. Флористы со всего мира сейчас готовят свои цветочные картины. С участниками фестиваля познакомился Иван Горбатов. Международный фестиваль цветов – событие для Новосибирска новое. Флористы готовят 6 тематических платформ. Пока что это просто деревянные каркасы, но как только их украсят цветами, жители города увидят полноценные инсталляции из пионов, роз, орхидей и других растений. Вообще это чуть-чуть отличное мероприятие от тех, которые когда-то раньше происходили в городе Новосибирске, связанные с цветами. Это не выставка, это не ярмарка, это никакие не стенды. Это именно такой фестивальный формат, где приехали люди из разных стран, из разных городов России и реализуют какие-то свои интересные идеи. Фестиваль собрал представителей 5 стран. Это Польша, Бельгия, Литва, Испания и Россия. Флористы каждой из команд стараются создать свою особенную платформу. В конечном итоге, я надеюсь, что у нас получится такая определенная своеобразная фотозона, то есть конструкция из дерева, которое украшено цветами и приспособлено для того, чтобы можно было и встать, и сесть, и сфотографироваться. Хотя до фестиваля еще несколько дней, в некоторых платформах уже можно разглядеть будущие инсталляции. Вот, например, композиция матрешки, которой занимается художник из Польши. Или мини-бугринский мост. Его создает чемпионка мира по профессиональной флористике. Мост – это такой цветочный символ взаимосвязи. Понимаете, мосты между сердцами, между людьми, между берегами. Мне кажется, это очень символично и интересно. И посмотрим, что получится. Думаю, будет круто. Фестиваль пройдет 29 июня на улице Ленина. А в день города все платформы переместят на площадь рядом с оперным театром. Иван Горбатов, Андрей Дулепов. Новости ОТС.